Куст высотой до 1 метра, диаметром 0,8 метра. Листва фиолетово-зеленая, осенью приобретает более насыщенный фиолетовый оттенок. Соцветия плоские, слегка зонтиковидной формы, диаметром до 10 см. Фертильные, плодоносящие, цветки темно-розовые, по краям окружены стерильными ярко-розовыми. Цвет становится более синим на кислой почве. Цветение в июне-августе. Предпочитает солнечные или полутенистые места. Почва должна быть в меру влажная, от кислых до нейтральных. Не переносит извести в почве. Зимостойкость до минус 23 градусов, требует укрытия на зиму. Гортензия пильчатая – это кустарники высотой 100 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка розовый. Летом листва темно-фиолетовый, осенью листва темно-фиолетовый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.